Всем большой привет! Вылазка в лес, и по дороге встретили вот такой вот русский джип на базе Жигули Лада 110, который поставлен на раму. Получилось рамный джип, получился полноприводной рамный джип с подвеской рессорной сзади и пружинная подвеска впереди. Ну, двигатель остался тот же самый, а раздатка и карданная передача с мостами были заимствованы, похоже, от УАЗика. Но хозяина нет. Но отключаемые передний привод. Вот такая техника. Лада 110 в комбинации с трактором. Подписывайтесь на канал.